Лёва у нас снова празднует пятницу в кафе детском. Что-то заказал уже, Лёва? Пончик, коктейль шоколадный и вот круассан шоколадный. И мама попьет с тобой кофе, попразднует и покушает мороженое. Что ты рисуешь? И правда похоже. Художник. Понюхайте. Вкуснотища. Поздравляю тебя с окончанием рабочей недели. Желаю тебе шикарных, веселых, интересных и забавных выходных. Спасибо. Как раз сегодня уже 3 выходных, потом будет 4 рабочих и каникулы. И каникулы наступят. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Знаете, что у меня есть? Что? Вот. Ух тышка! Где ты это взял? Нам подарили, сегодня был день мальчиков. Так. И вас девочки поздравили в классе? Да. Так, раз, два, три. Сейчас. Ой! Все нормально, просто она не так. Что это? Вкусняшка? Шоколадка! Это специальная коробочка для шоколада? Нет, для всего. Например, для колбаски, для шоколада еще. А ну закрой, я посмотрю. Что туда можно класть? А, тут не нарисовано. Детей нарисовано класть. Нет, смотри, вот у него в ручках вот это. Вот что можно класть. Фрукты? Кроме банана. И арбуза. Арбуз и банан не стоит. Да, а все можно. А бутерброд можно положить и яблочко? Еще бы. Можно, да? Будешь в школу с собой брать вкусняшки? Да. Да. Давай Алене такую же купим. Или могли... какой-то обед, смотри, вот тут вилочки с ножиком, значит, можно и обед всякий. Да, какой-то перекус. Да. Классная коробочка, отличный подарок. Я можно очень еще рада. Брать ее в поход. Если завтра пойдем в поход, обязательно с собой возьмем. Как раз 3 выходных, можно с ночевкой куда-то. С ночевкой уже вряд ли, ночи холодные. Но в поход точно пойдем, в один из 3 дней. Хоть. Я рада, что у тебя есть такой классный подарок.